Так, вакуумный насос. Так, дополнительные фильтры, флюс и чистящие средства. Так, подставка под демонтажный пистолет. Сам демонтажный пистолет. Насадки на фен. Резинка для снятия с паяльника жала. Сам паяльник. Так, еще одна подставка под паяльник. Еще один элемент. Для паяльника, похоже. Это пока мне непонятно, что. Так, сама станция паяльная.
Ну вот, в принципе, и вся комплектация.
еще. Так, воздушные фильтры. Так, смотрим, как это работает. Так, пошел горячий воздух. Так, здесь у нас давление по воздуху. Компрессором проводим. Здесь температура фена выставляется. Так, теперь посмотрим, как паяльник у нас. Паяльник довольно-таки быстро греется. Ну вот, уже прогрелся. Буквально за несколько секунд. Так, давайте паяльник все-таки посмотрим. На минимум. Вот включим компрессор для паяльника. Компрессор сейчас работает, поэтому все лишние запахи от канифоли или от припоя все будет забираться компрессором. Так, теперь давайте на монтажный пистолет посмотрим. Итак, я переподключил компрессор на пистолет демонтажный.
Сейчас будем смотреть, как он работает. Итак, он срабатывает при нажатии непосредственно. Ну, на этом все.